Люсеньки, мы с женой идем в гости. Хотел бы попросить о любезности. Вы не могли бы посидеть с нашим мальчиком? Уже бегу. Спасибо. Стоп, стоп, стоп. Да-да. Если мне не изменяет память, ведь вашему сыну уже лет 20. Да. И вы мне предлагаете с ним посидеть? Ну, хорошо, хорошо. Вы не могли бы полежать с нашим мальчиком? Упс. Че, охранник нужен? Да. А ты кто такой? Не ты, а вы. Откуда такое хамство берется? Я директор. Ну, понял, понял. Ну, давай поговорим. Я охранник. Не давай, а давайте. Пожалуйста, проходите. Сын мой, дай мне двойную порцию жаркого. Галочка, два жарких. И соточку. Хочу укрепить дух свой и плоть перед грядущим постом. Понимаю. Мальчики, ради бога, простите, а когда пост? Получасе езды отсюда. Говорят, спрятались антихристы. С радаром стоят. Ну, Господи, пронеси. Кто же это съел мой обед? Кто же это съел мой обед? Ты ничего мне не оставила! Чего же вы орете? Я же вам еще и не положила ничего.